CodaShop – официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в CodaShop ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация, оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс.Деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего ака для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом, после чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. В CodaShop будет проходить турнир. Отборочные матчи пройдут с 30 сентября по 5 октября, а победители встретятся в финальных битвах с 7 октября по 8 октября. Призовой фонд 37 тысяч рублей. Регистрация на турнир уже открыта. Участвуй, покажи свои навыки. Мур, привет, друг, это Зверько. Вот, наконец, на тестовый вышел анонсированный герой-маг Валентина. Поставь авансом лайк, и мы перейдем к ее обзору. Поставил? Малорик, держи лапку и погнали. Пассивка. Призабавная фигня. У Валентины есть небольшой бонус к опыту каждый раз, когда она попадает навыком по врагу. И если ее уровень равен или больше, чем у противника, она получает плюс 50% вампиризма с навыков, что будет приятным бонусом в лейт-гейме, когда у всех 15 левел. Первый навык – это быстрый каст в верной области. Кроме урона, наносит еще замедление и метку. Если атаковать меченого второй раз с первым навыком, то он получит эффект Confused, как у Виксаны от первого навыка, но длительность короче, зато область шире. Что забавно, КД навыка 5 секунд, а метка держится 4 секунды. То есть разработчики сходу тебе говорят: собирайся в КД, парень, а то не реализуешь себя в жизни. Второй навык. Это рывок с тремя магическими атаками, почти как у циклопа. Можно использовать дважды. Тут начинает проклевываться комбо-удар, потому что каждое попадание сокращает КД первого навыка, и необходимость собирать КД якобы пропадает. Но мы-то с тобой знаем, что это не так. Короче, уже имея эти два навыка, можно проводить комбо 1-2, 1-2, 1 и вносить кучу урона. Ульта. Уникально, как Какаси-сенсе. Это копирование ульты противника. Первое нажатие, само копирование, а второе – применение. Мне кажется, в любой классической моба-игре есть персонаж с копированием. Нет? Напиши в комментариях, в каких играх встречал. Итак, у Валентины есть 15 секунд на использование ворованной техники. Если противник ближнего боя, ее автоатаки тоже будут ближнего. Например, копируя ульту Зелонга, она будет сражаться вблизи, а ее магическая сила конвертируется в 100% физической силы. Так что за урон не беспокойся. Есть небольшой баг копирования. Например, копируя Зелонга, копируется ульта. Но ты можешь использовать свои навыки. Копируя Лейлу, у тебя преобразуются и первые два навыка. Копируя ульту Ангелы, ты просто водружаешься на противника. От Роджера и Чонга также копируются навыки, то есть этот баг происходит из-за превращения. Копируя Валентину, ничего не происходит. Всю гибкость применения персонажа можно будет оценить уже после релиза и исправления багов. Вообще, пока что я нахожу персонажа интересным и приятным. Быстрое КД, быстрый каст навыков, хорошая мобильность, необычный геймплей с огромной вариативностью при краже чужих навыков. Что ты думаешь про Валентину, напиши в комментариях. А я на этом заканчиваю. Удачных боев, друг, чекай выходы видео.
смерть, тупый яд, но так ушел мертвый отряд, они жили, чтоб победить.